Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о чертах характера йоркширского терьера. Чтобы лучше понимать своего четвероногого друга и правильно оценивать его поведение и поступки, стоит поближе познакомиться с основными чертами характера йорка. Йорки достаточно дрочливы и могут вступить в схватку с противником, который превосходит их по габаритам. Песик будет защищать себя, хозяина, свое потомство и территорию. Неудивительно, что многие миниатюрные терьеры получают серьезные травмы и даже могут погибнуть в неравной драке. Чтобы подобного избежать, хозяину желательно выводить любимца там, где отсутствует вероятность встречи с потенциальным врагом. Особенно внимательными нужно быть хозяевам кобелей. Также следует использовать поводок. Йоркширского терьера нельзя постоянно носить в сумке или надолго оставлять дома одного. Ему нужны игры и внимание. Не выплеснув излишки энергии во время активных развлечений и прогулок, любимец начинает всячески показывать, что ему скучно, например, рвать обои или грызть вашу обувь. Наказывать питомца не стоит, нужно просто удовлетворить его потребность. Йорки умны, хитры и являются настоящими стратегами. Они весьма искусно обижаются, делая невероятно жалостливый взгляд. Собачки данной породы надолго запоминают обиды, поэтому бить или кричать на йорка во время дрессировки строго запрещено. Хозяину ни в коем случае нельзя упускать тот факт, что йоркширские терьеры являются представителями охотничьих видов собак, и рабочие инстинкты у них довольно сильны. Любимец всегда готов рвануть за пробегающей кошкой, птичкой или мышкой, зачастую попадая в беду. Йорки уже не первый год занимают лидирующие позиции среди самых популярных декоративных пород. И это не даром. Эти песики очень ласковые, игривы, активны и любвеобильны. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.